Удаленная работа – это реалии нашего времени. Но столкнувшись с необходимостью удаленно работать каждый день, понимаешь, не все так просто. Особенно, если в доме дети. Папа, давай поиграем. Доченька, я работаю. Пап, ну ты извини, на рабочий. Папа, поиграй со мной. Пап, ну давай поиграем. Бабочка, давай споем. Ну давай. А я не хочу по расчету. А я по любви схочу. Свободу, свободу, мне дайте свободу, я птицею ввысь улечу. Нет, с этим надо что-то делать. Но что? Есть идея. Дочь, а давай заниматься спортом? О, давай, пап! Ты будешь Медведом Давича, а Алина Загитова. Хорошо. Ура, ура!